Здравствуйте, меня зовут Светлана Карпашлыкова. Я детский писатель и автор книги «Приключения Мохнатика и Венчикина». Сейчас у вас в библиотеке проходит два конкурса. Первый – «Бенефис домовян», который как раз проходит по моей книге. Нужно изобразить домовенка Венчикина и домовенка Мохнатика. И второй конкурс «Я домовой». Я как автор про домовых придумала участникам конкурсов следующие подарки. Всем участникам я подарю вот такие конфетки от Мохнатика и Венчикина. Это утешительные призы для тех, кто не победит. Будут, конечно, и главные призы. Это моя книга «Приключения Мохнатика и Венчикина». И сладкий приз, такой вот волшебный пенал от главных героев Мохнатика, Венчикина и дворового галоша. Я желаю вам победы в конкурсе. Надеюсь, что скоро мы увидимся. Я обязательно приеду и вручу вам эти подарки. До скорых встреч!